Меня зовут Миша, мне 7 лет. Я учусь в 1 классе. Я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что я могу спокойно спать, учиться, мечтать. Желаю тебе, солдат, здоровья, удачи, побед. Возвращайся скорее домой. Письмо солдату от ученицы 3 класса. Здравствуй, дорогой солдат. Вам пишет Даша. Я учусь отлично. Я хочу сказать вам спасибо за то, что мы можем спать спокойно. За то, что вы охраняете наши и ваши земли. Желаю вам счастья, здоровья и, пожалуйста, возвращайтесь к нам. От Даши. Хочу рассказать вам о жизни в наши дни. У нас все хорошо. Спасибо вам за вашу отвагу, смелость. Дорогой солдат, я представляю, как тебе сейчас тяжело. Что тебе на передовой приходится бороться с жестоким врагом, врагом, который до недавнего времени считался братом, а от этого на душе становится еще тяжелее. Мы в школе на уроках часто говорили о войнах Великой Отечественной войны, об их подвигах и героизме. Они так же, как и вы, совершали подвиги, сражаясь за родину и за светлое будущее своих детей. Среди них был мой прадедушка Ваня, который прогнал фашистов с родной земли и вернулся домой с победой. Я желаю тебе, дорогой солдат, чтобы ты как можно скорее возвращался домой, живым и здоровым. Здравствуй, солдат. Мы с тобой не знакомы, но я надеюсь, ты будешь рад моему письму. Меня зовут Даня, я живу в городе Тула. Учусь в школе во 2 классе. Хочу выразить свою благодарность за твою службу, за защиту нашей Родины. Я очень горжусь тобой, очень уважаю твой подвиг. Я желаю тебе и твоим друзьям здоровья, терпения, силы и удачи. Мы с вами, мы за вас. Возвращайтесь домой живые. Здравствуй, неизвестный мне солдат. Пишет тебе девочка Оля. Мне 9 лет, я живу в городе Туле и учусь во 2 классе. Я знаю, что ради меня и миллионов других людей тебе приходится быть вдали от своей семьи, охранять наш спокойный сон и рисковать своей жизнью. Спасибо тебе большое за то, что я живу и не знаю, что такое война. Хочу пожелать тебе только одного – вернуться домой живым и здоровым. Я хочу, чтобы ты выполнил это мое желание.